двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Сегодня с вами сделаем отличную самоделку из вот такого вот куска металла, толщина у него 3 мм. Что получится, давайте посмотрим видео. Поехали! 25 на 45 первый кусок. Второй кусок сделаю 25,1. 1 мм сделаем на спил. Теперь отмечаем кусочек 245 на 60. И теперь этот кусочек делим пополам. Друзья, за кадром я, в общем, нарезал две полосы 30 мм на 450 и две пластины, два куска 125 на 260. Также на большом куске, который у нас здесь 50 на 50, прочертил центр и сделал небольшой прорезь на время, потом прорежу полностью. Теперь берем наш кусочек, который 450 на 500. С каждого угла отступаю по 20 мм. Делаю отверстие на 10. Установил гайки, предварительно их вот так через болт законтрагаил, чтобы они никуда не убежали. Сейчас мы их вот так в округу обварим. Сделал прорез и загнул ее под 90 градусов, ну чуть меньше 90 градусов. Кадром я все обварил, зачистил, сделал прорезь, но не до конца, оставил примерно по 5 сантиметров. Также аналогично с данной стороны. Теперь нашу крышку ставим наверх. Взял вот такие вот петельки, прихвачу. Аналогично сделал с каждой стороны, прихватил. Сейчас сделаем разметочку с края, с каждого края отступим по 4,5 сантиметра, по 45 миллиметров. Отступим по 6 сантиметров, будем делать разметку через каждые 6 сантиметров. И одна у нас потом по центру получится, мы ее когда отрежем, уже будем прорезать, сделаем. Сейчас дорезаю прорези. Сделал аналогичные прорезы с другой стороны. Как изготавливал вот эти боковинки? Просверлил отверстие на 5, сделал резьбу М6. Теперь беру вот такой винт, закручиваю его, обрезаю и обвариваю. И получается вот так вот. Теперь берем, одеваем. И также одеваем вторую стружку. Сделал, смотрите, согнул такой кругляк. Сейчас сделаю два отверстия. Естественно, накерниваю и соблю отверстие. Ставил, одел две гаечки на 10 и обвариваю. Ну и, конечно же, осталось сделать ножки. Ноги я делаю из профильной трубы 15 на 15. Отрезал в размер, отрезал ее 40 сантиметров, 400 миллиметров. Далее придет вход сварочный аппарат. Вставляем болты на 8, обвариваем. И получились вот такие вот 4 ноги. Также наметил и делаю скважные отверстия. Шагом 5 сантиметров.
Друзья, вот и получился у нас отличный мобильный мангал, который быстро собирается и также быстро разбирается, который всегда можно взять с собой на рыбалку, на охоту, а также на выездной пикник. Единственное, что осталось сделать, это прикупить шампура по размеру и сделать для мангала чехол. Ну, на сегодня я с вами прощаюсь. Всем вам и вашим близким желаю крепкого здоровья, любви и удачи. Пока-пока!